День народного единства учреждения культуры нашего города, как и всего Краснодарского края, приняли активное участие в ежегодной всероссийской культурно-обозревательской акции «Ночь искусств». Под общей темой «Искусство объединяет». И действительно, язык настоящей культуры близок к представителям всех поколений и служит лучшим объединяющим началом. С 7 до 11 часов вечера библиотеки, музеи, картинные галереи широко распахнули свои двери для всех славянцев. В Славянском историко-краеведческом музее посетителей встречали внимательные сотрудники. В музее десятки тысяч экспонатов, которые отлично отражают материальный мир наших земляков. Начиная с 19 века и до самого недавнего прошлого, конца 20 века, погрузиться в атмосферу минувшего, как на своеобразной машине времени, что может быть интереснее? Это одно из лучших мест, поэтому мы его посещаем, привозим сюда гостей, друзей. Мы очень довольны тем, что здесь собраны все вещи, такие доказательства того, как жили на Кубани, как люди отдыхали, как проводили время. Экспозиция музея постоянно обновляется. В зале «Кубанская горница» представлены прекрасные экспонаты в технике хохломы. Выставка советской игрушки и детских товаров, где есть куклы, модели машин, катера, коньки и даже школьная форма, навевает немало теплых воспоминаний для всех, чье детство прошло в те времена. Стараемся обновлять, приглашать посетителей, чтобы им здесь было интересно, как бы они могли у нас здесь в музее отдыхать. Мы стремимся к тому, чтобы, заинтересовать наших жителей, чтобы они снова и снова шли к нам в музей, чтобы они не просто пришли и посмотрели, а чтобы, например, в зале быт казачества вспомнили традиции казачий быт, предметы быта, то есть воспитание поколения казачьего. Хор «Ветеран» исполнил хорошие старые песни. В Славянской межпоселенческой центральной библиотеке в рамках акции «Ночь искусств» состоялись познавательно-развлекательные мероприятия для детей и взрослых. Ребят заинтересовал обзор книжной выставки «Книги на века». Они искали потерянные слова из детских произведений, угадывали книгу по цитате. Словом, любители книги с большой пользой провели время. Очень ярко и красочно, всегда очень подготовлено. Мероприятие проходит всегда на высшем уровне. Всегда библиотекари рассказывают очень интересные истории про какие-либо книги, которые они предоставляют. Всегда очень познавательно все проходит, очень интересно. Дети рисовали картины и лепили из пластилина героев из самых добрых книжек. Им очень понравилось. Я лепила принцесс, даже лепила. Лепила фей. Самым ярким событием, пожалуй, стал литературный квиз по вселенной Гарри Поттера, в котором участвовали родители вместе с детьми. Разбившись на две команды, участники искали и находили правильные ответы на вопросы из книг известной писательницы Джоан Роулинг. Все участвующие получили сладкие призы. Мы стараемся, чтобы библиотека стала родным домом, чтобы как можно больше детей и взрослых приходили к нам читать, породнились с книгами и стали нашими частыми гостями, чтобы чтение это было такой необходимостью, как покушать или попить чай. Старания библиотекарей привить подрастающему поколению любовь к книге как к источнику знаний и культурного развития, конечно же, не пропадут даром. А Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».